Да, все-таки дождались. Борьба. Да, дождались, дожили. Сергей Семенов, греко-римская борьба. Призер Олимпийских игр бронзовый. Студент нашего Кубанского госуниверситета. Вот как раз, кстати, нам показывают его успешные броски. Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, обладатель Кубка мира, бронзовый призер чемпионата Европы. Может быть, мы могли рассчитывать и на большее в Рио, но очень приличный кубинец ему попался тогда, но нет. Да, трехкратный олимпийский чемпион. Тогда, ну, в общем, уже в полуфинале и, ну, все, что смог, сделал Семенов. По-моему, 2-1 он тогда проиграл ему. Михаил Лопесу. Лопес, да. Ну, не Лопес. И вот только бронза. Но это только бронза, на самом деле, дорогого очень стоит. Тем более, что Сергей, это очень еще молодой человек. Мы говорили о наших чемпионах, что на самом деле это уже опытные спортсмены. А Сергею-то всего 24 года. Мы очень надеемся на Сергея, что он все-таки отвоюет вот эти наши позиции в престижной, да, весовой, да, категории, где блистал Сан Саныч Карелин, Юра Патрикеев. Я вот все к этому подвожу, что Хасан это наша Бароев. Категория всегда была. Хасан Бароев, Александр Карелин, это наша гордость всегда была. Когда мы ехали на Олимпиаду, где мы были уверены, что у нас будет золотая медаль? Только в этой категории, да? Противостоит Сергею Семенову, который вообще-то он родом из Тулы, но представляет Краснодар. Он здесь живет и тренируется. Мурат Рамонов, Киргизия. Сильный спортсмен, неоднократный призер чемпионата Азии, участник Олимпийских игр также. Вот и еще одной страны добавилось к нашему кубку чемпионов. Киргизия. Вот представитель Узбекистана сопровождает Киргизию, да? Такие азиатские страны больше так держатся. Ну, тоже братство такое, да? А это супер тяжелая категория. Здесь уже вес не ограничен. 130 и выше, да? Да. Тут, ну, как в сумо, знаете, сколько весил самый тяжелый борец в сумо? Около 170 килограмм. Тут ограничение есть все-таки 120 килограмм. Не 130? 130. 130, прошу, да, прощения. В мое время было 120, поэтому я чуть путаюсь. Так вот, я же говорю, 170 килограмм борец сумо был. И знаете, откуда был? Из Бурятии. Из Бурятии. Вот не поверите ни за что. Порвал всю Японию. Итак, Мурат Рамонов, Сергей Семенов. Ну, получается, как поэзия такая, как стихи. Кто же сильнее, Мурат Рамонов или Сергей Семенов? Это финальный бой нашего Кубка чемпионов. Это супертяжи. Давайте смотреть. Уже ближе к завершению вы заговорили такими поэтическими стихами. Поэтически. Да. Ну, если сам ковер предлагает такие стихи. Нет, поэзию я готов был сегодня, когда Чеквитадзе смотрел. Вот это была действительно поэзия. Зарифмовали, да? Да. Но все-таки я жду от Семенова такую яркую, присущую его стилю. Причем вы помните, да, вот ту финальную схватку, как она развивалась? Ну, то есть пропустил он, да, вот как раз уронил его как раз на униз. То есть получил он 2 балла в минус. Ну, а потом все 2 раунда пытался что-то с ним сделать. Получил балл за активность. Ну, то есть поставили Нуниса в партер и все, вот 2-1. Лопес. Ну, Нунис Лопес. Михаил Лопес. Да, Михаил Лопес. Кубинец. Ну, да. Это сложный оппонент, конечно. Многие пытались его обыграть. Даже тот же Тура, который с ним конкурирует постоянно, не смог противостоять ему. Замерли, как 2 башни такие. Вот, глыбы такие, да. 2 исполина. Так, что решает арбитр? Балл за активность дает Семенова. И ставит в партер киргизского борца Мурата Рамонова. Я думаю, сейчас будет стартовать. Вы представляете? Так,
обман. Видите, как он его обманул. Показал, что будет делать один прием, два, другой, да. Еще. И туда же. И еще два. И так можно еще раз покрутить. Вот сейчас бросок и все. Зацеп. Не видит. Все-таки вот. А, зацеп. Арбитр показывает. Зацеп, да. Согласовал арбитром, главным судьей. Выбросили. Вот нам сейчас как раз показывает все это. Давайте. Это вот 2 балла он заработал переворотом. Сейчас еще будет. Вот сейчас обратите внимание. Вот сейчас. Вот видите? Нам отсюда не видно. Да? Показывают, и арбитр смотрит на большом экране, да, вместе с нами. Сложно будет определить рефери. Ну, сейчас, если балл дадут Семенову, все, пойдем домой. 2 балла и предупреждение, да. 2 балла предупреждения, все, домой идем, да? Дались. А, дали балл накрывание синего. В пользу синего дали. Ну, 7-2. Да. Все-таки гость приехал в таком... Ну, конечно, что сразу так что нам уезжать. Жалко, что ли, да? Ну, Семенов красиво покатал его тут по ковру. 7-2 он ведет. И это еще только первый раунд. То есть интрига в том, что сможет удержаться он до второго периода. До второго периода, да. Ну, я думаю, что по принципам нашего кубанского гостеприимства уж так вот быстро не будет издеваться Семенов. Пора и честь знать, вы хотите сказать, да? Все-таки он добьет. У нас все это идет на большом экране. А вот иногда мне создает впечатление, что борцы вот так поворачивают в сторону руки, чтобы посмотреть себя на этом самом экране. Положение, да? Я думаю, они смотрят на минуты, они ориентируются по... Ну, правом углу этот таймер. Ну, обычно это дело секундантов сообщает, сколько секунд осталось. 3 минуты отстояли. Ну, ставка простоит до второго раунда, до второго периода сработала у киргизского спортсмена. Шанс есть вообще у него, Семенова, победить? Шанс всегда есть. Чего только не было. Так, вот они накаты. Еще раз смотрим. Ну вот тут. Итак, 30 секунд. Последние 3 минуты. Ну и не знаю, сколько получится у нас борьбы спортивной. Греко-римская борьба. Кубок чемпионов, который проходит в Краснодаре во дворце спорта «Олимп». И 130 килограммов супертяжи. Греко-римская борьба. Сергей Семенов, Россия. Мурат Рамонов, Киргизия. Последняя, 17-я схватка сегодняшнего вечера. Что мы только не увидели сегодня. Много было интересного, поучительного. Были, может быть, немножко и скучные такие, но тактические схватки. Были просто схватки-песни. Были очень скоротечные. Ну, то есть и приемы мы увидели красивые. То есть сегодняшний вечер послужил очень большую пользу, оказал в деле вообще популяризации спортивной борьбы. Ну вот в напряженном ожидании минуту вот так буквально простояли, практически не двигаясь, супертяжи. А вот и выход Игоря Ивановича, он подсказывает, я его голос слышу. Вот. Сидел он, терпел до сих пор, и когда вот его ученик Семенов вышел, не выдержал, все-таки подсказывает. Тогда не будем мешать сейчас, да, перебивать его, да? Да. Если синий собирается что-то предпринимать, как раз
то самое время. Полторы минуты, да. Сейчас уже Сергей Семенов просто слушает указания Игоря Иванова и действует четко по ним. Правая рука, левая рука, это все слышно на весь зал. Да, Игорь Иванович как дирижер сейчас управляет своим учеником. Причем сидит просто на трибуне. Не поверите, он не как секундант сидит. То есть даже вот основной секундант замолчал сейчас. Да, не мешает. Ну а как мешать Игорю Ивановичу? 30 секунд осталось. Действительно, надо, если уж что-то хочешь, то переходить к активным действиям киргизам. Потому что вот так можно достоять до последнего. Ну, максимум, что могут ему сейчас, и то уже балл не дадут за пассивность. Он ничего абсолютно не сделал для того, чтобы... Да, конечно, я согласен. Ну, равно, как и Семенов, кстати. Семенов свои выигрышные баллы набрал, зачем ему? Конечно, он все то, что надо для победы, сделал. Ну и все. Сейчас уже бывает такое, что вот за 2-3 секунды уже и расходятся борцы. Все. Решил киргизский борец не портить нам вечер, праздник, да. Последнюю схватку. Сергей Семенов, Краснодар, Россия, побеждает в финале.